thể ăn được. Лан решил сегодня взять на улицу машинки и с папой сделать гоночки побыстрее. Все, начинаются гонки. Ready? Steady? Go! My mom, my mom. Daddy, go, go! My battery is not good. Hey, you see my battery? No, I didn't. А у нас сегодня 13 июня. Вечер. 6 вечера. Мы вышли погулять. Вот каштан уже. Ой, люка уже цветет вовсю. Все, папа проиграл. Папа батарейки сели. Go. Первый раз вижу, что здесь купаются. Вообще-то в Англии в таких местах нельзя купаться, ну, как видите. Мы там увидели лебедей, сейчас пойдем посмотрим. Может, это тех, которых мы кормили? Да, это тех, которых мы вот кормили. Сейчас пойдем посмотрим, где детки. Так, второй, где детки? И детки плывут понемножку. И где-то тут. Вот и детки. Да, 6. Это они. Они... Yeah, this is them. Mm-hmm. Да, как они выросли. Все-таки нашли мы их, где они. Красавцы. Да, все 6 тут. But how many weeks is gone? 3 недели примерно прошло, когда мы их в последний раз видели, они ушли с того места. Видите, все 6 тут, как подросли. Нашлись красавцы. Прелесть какая. Они долгий путь прошли. Тут не проплывешь. Тут это как дамба сделана, вам только что показывала, когда мы шли сюда. Красавцы. Видите, все-таки нашли. Большой пошипел на меня, когда я пришла. На хлебушек дала, он успокоился. Мы уже и ближе не идем. Красавцы. Идет маленький. Выбрался. А, хлеб увидел. Ага. О! No, he don't eat it. He just try a bit. Не съел он тут хлеб. Детки. Maybe. Что-то он тут строит. Видите? Сильный такой. Пошел с хлебом во рту.
И так, бред, to the mouth, to the beak. Пошел. Он пошел, я поближе. Все, так и вырастут лебеди, красавцы. Ладно, мы пошли дальше. Пошли назад к машине, коров встретили. Шли к озеру, не было их тут. Быстро они пришли. Как-то их аж много стало. Все стадо, наверное, бычков сюда пришло. Какая радуга красивая. А мы посмотрели уточек, посмотрели коровок и решили ехать в Лондон. Муж захотел острой еды. Заказали в ресторане. Ресторан пока закрыт. Мы бы заказали на вынос. Где радуга пропала. Только что маленький дождик прошел. Сегодня погода классная. Сейчас 8 вечера, плюс 22. Тепло. Две радуги. Одна очень четкая, а вторая такая немного расплывчатая. Подъехали почти к стадиону. Лондоне дождя не было. Поэтому и темно. Наверное, тут скоро ливанет. А вот едем и думаем, сколько мы не были здесь. В феврале были, может, или в начале марта. Надо по видео посмотреть. Улицы странно пустые. Люди в масках ходят. Мы удивляемся, как быстро тут дома вырастают. 3 месяца назад еще не было половины этого высокого дома. А может, и было, и не замечали. Я знаю, что стройка там была. Видите, раньше на столбах была реклама, а сейчас на столбах насчет дистанции 2 метра. Кто мотается, доставщики туда-сюда, туда-сюда. О, магазин Зайка называется. Тут к ресторану очередь, видите? 2 человека. Пиццерии только доставщики, а там Нандас. 7 a.m. to 7 p.m.
все магазины натверто закрыты. Людей в масках в Лондоне, но они с автобуса, в автобусах, в метро надо маски одевать. О, ювелирные все закрыты, лавки. Все, муж пошел забирать заказ. Это этот ресторан, куда мы ездим. Там шри-ланкийская кухня. Он заказал себе и брату двоюродному. Обратно поедем и им завезем. О, наш заказ. Едем дальше. Вот. Тут открыто забегаловка. Странно, пустые улицы. Вот их дом. Сейчас мы им все отдадим и едем домой. Все, пока-пока.